Здравствуйте. Что вы знаете о КНД? Там нужно бегать. Ну, там что-то с кодами связано. Кажется, там нужно думать. Моя мама говорит, что это опасно, и мне не нужно туда ходить. Так давайте узнаем, что же такое КНД. Привет всем! Привет! Всем тихо, я расскажу вам о КНД. Что рассказывать? Ничего нового. На самом деле это очень-очень-очень важно. Так знаю. Подождите, я ведь тут первый раз играю, мне правда интересно. Подумайте о чувствах других. Зачем нам это? Да все, мне реально. Помните о вашей безопасности. Это самое важное во время КНД. Но это все равно на вашу ответственность. Нет. Вы отвечаете сами за себя. А мы лишь контролируем процесс. Блин, я первый раз играю, даже я это знаю. А теперь давайте поговорим о кодах. Есть три уровня сложности. Первый — это простой код. За ним не надо лезть. Просто берешь его с земли. Что? Да, за ним не нужно никуда лезть. Его можно просто увидеть, стоя на земле. Второй уровень немного сложнее найти, но вы не рискуете своей жизнью. Третий же самый опасный, и вам наверняка придется куда-то залезть, чтобы его достать. О, я бы туда не полезла. И это правильно. Если ты не уверен в своих собственных силах, лучше не лезь за сложными кодами, ведь ты можешь оттуда упасть. Это еще одна из причин не разделяться во время выполнения заданий. Мне кажется, я могу справиться и один. Но ведь если что-то случится, никто не сможет тебе помочь. Запомните, вы — команда, и делаете все вместе. Еще раз всем привет! А у нас еще остались вопросы. И? Мы тут подумали, а за игру надо платить? Или мы бесплатно играем? Забыл сказать. Хорошо. Расскажите сейчас тогда. Ладно, с команды 500 рублей. Хорошо, но не многовато ли? По расчетам все сходится, так что нормально. Отлично, раз ты так говоришь, значит так и есть. Помните о вашей безопасности и ответственности. Помогайте участникам своей команды и не мешайте другим. Желаем вам удачи в поисках кодов и решении предыгровых заданий. Самое главное, это получить удовольствие от игры.